Друзья, всем огромный привет! Очень рада, что вы заглянули ко мне на кухню. И сегодня я хочу рассказать и показать вам, как приготовить красивую, яркую, праздничную, очень вкусную закуску, которая готовится просто, быстро, из простых ингредиентов. Ее можно приготовить как на праздничный стол, так просто себе к ужину или для перекуса. И я начинаю всегда с приготовления начинки. Берем сыр, у меня это фета, можно использовать солёную брынзу, можно использовать адыгейский сыр, что вы любите. Разминаем вилкой и добавляем немножечко сметаны, нарезанного чесночка по вкусу и укроп. Все хорошенечко перемешиваем и начинка готова. Дальше займемся помидорками. У меня это помидорки черри. Я срезаю немножечко кончик, чтобы помидорки хорошо стояли. Срезаем верхушку и вынимаем мякоть. Итак, нам нужно поступить с каждой помидоркой. На первый взгляд кажется, что это долго, но, друзья, поверьте, это довольно-таки быстро. Все, помидорки очистила, мякоть я использую для борща, и нам осталось только начинить помидоры. Плотненько начиняем, чем больше начинки, тем вкуснее. Можно уже сразу так оставить на стол, но я сверху украшаю еще шапочкой, так получается интереснее и необычно. Все, друзья, помидоры нафаршированы и закуска уже готова к подаче. Друзья, поверьте, на праздничном столе такая закуска разойдется одной из первых. Ну что ж, мои дорогие, вот такой вот простенький, но очень вкусный рецепт приготовления закуски. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, я буду очень рад. До новых встреч, всем пока и приятного вам аппетита! Друзья, точное количество всех ингредиентов будет в описании под этим видео.